Ну, когда слышишь, что... Five, four, three, но он сам же рашит очень сильно, бегает. Go! Пиздец, блять, вот я оба попал. Тактика стандартная. Ебануть и съебаться. Тенран? Такой, в стиле Мия играет он. Если чего, убегает. Что если Апер украл стиль Мия? Смотрим сейчас. Бля, Спак, что слабо, аналитика. Ты же там хотел сказать его аналитику. Так подожди, я ж дождь был, вот, смотрю. Пока ничего нету. Ну, только реакция и все, тактика стандартная. Ну вот это схема. Тут Фиша тут передумал. Нет, мы тут даже. Видишь? Особо не думают. Два раза Фиша прихитрил. Он мне тоже фору давал последний раз. Знаешь, Альфа последний раз взял мне очки фору, набил 10 фрагов. Ты бегал как мясо, не его там этот убивал. Потом что-то Айпер собрался и здание их. Айпер он просто троллем дает надежду. Вот ты можешь меня быть. В конце результат будет всегда. Фиша может и выиграть. Сейчас по... выиграть, то еще по одному фрагу будет понятно. На капе играть с арена. О. А вот тут фейл. Не, просто если Фишер может выиграть, почему-то на капе ему стрелять не советовал играть. Ну это какая-то тоже хуйня что была. Альфа, мне кажется, поддается. Так он не поддавался, потом что-то разъебал. И здесь тоже что-то сложал. Он свою игру ищет, кстати. Тоже правильная тактика. Спак, а когда ты найдешь свою игру на Overwatch? Я сегодня нашел игру с вами. Да, с Эвилом когда играл? Не. С Фишером когда? Наш... Ну, ты знаешь, ты можешь сказать, что на паблике нашел. Ты играешь против двоих инактивов. Не-не, ты демку посмотри, там качество хорошее. На паблике. На паблике тоже качество хорошее. Не. Пускай нужно было реально... Все-таки Фишер, противник тоже нашел игру. Да, но он редко же и... Про это же. Пока реально играю с ним. Но Фишер был нормальный тоже. И вот так тоже. Так, ну уже 7 фрагов. Короче, когда 10 будет, можно камбэчить. Я думаю, он камбэчит точно. Потому что видно же, что... Сейчас скорость наберет и все. Вот, блять, вот такие моменты, поэтому Фишер и Фишер.
принципе, Фишер как бы в топовой форме, он способен разнести всех. Тут не надо недооценивать. Пак, не грузи никого, пожалуйста. Бля, нормально. Здесь фраг Фиш... есть, теперь можно камбэчить. А Фиш уже заслужил камбэч. Потому что все эти фраги были такие, нормальные. Тут уже не получится, я думаю, выиграть. Потому что... Фишер быстрее. Фишер почти прихитрил. Блядь. Не, Фишер, думаю, тут лучше. Качество мысли. Ну вот этот момент еще ладно. Это может быть первый раунд. Рандомный выиграет. Никогда не видел, чтобы Фишер Ластарина выиграл. Афера. Да, случайно у меня прыгнул. Вообще айфер включился. Ты нажал на кнопочку у него? Не, мы видим, что все, фокус настроился. Вот. Вот это уже уровень. Нашел. Сейчас как раз идеально, чтобы раш сбить паузой. Такими приемчиками я научился. Именно такую хуйню надо сбивать паузы. Но если гаденько играть. Ты же гнилой человек. Не, я паузу никогда не пользовался. Вообще. Просто. Это не я люблю. Мне это не нужно было. Вот, кстати, смотри, на месте Фишер мне бы сейчас паузу точно поставил. Чтобы вот эту хуйню сгасить. Раздал.
Ну вот и скорость. Как надо уже. Да это, по-моему, тоже нормальная была скорость. Угу. Но сейчас она более правильная. А почему раньше была неправильной? Ну, беспорядочно он бежал просто. Как будто разминался. Ну, он так постоянно играет, да? А Новер он типа не размялся, да? Да там он рохнул, мне кажется. Я не понимаю, зачем. Пак, ты сейчас шот сгладил. Давай, аналитика, какие у Афера пробелы? Ты Эвил написал, что у Афера есть какие-то пробелы. Нужно выяснить, какие. Только Аферу не надо говорить. Но помимо тех пробелов, которых Эйвел уже знает. Ну я не типа, знаю, повтори. По этой игре именно или вообще? Ну вообще. Да вообще-то, что рофлит много. Ну это скорее не пробел, это скорее мотивация и отношения. С РПГ он не очень работает. И держит не очень он. Видишь, он сейчас знает скоростью. Такой конкретный. Но с Фишером особо не пошутишь, не расслабишься. Камбэка не будет. Нормальный фраг. Стиле Фишера. Да, но Фишер сейчас все уже. Если, конечно, Афер еще включится, поддает, он может. Game over. Все, отпущен.
На лавке шампанское.